Многоэтажка. Огромный дом. И мини-лабиринт. Ребята, у нас новые карты в Пигги, которые сделали наши подписчики. Прошли конкурс и попали после сложного отбора сегодня к нам. Давайте посмотрим, что там будет, кто будет свиньей, кто погибнет. И хорошие денечки. С каналом папа и дочки. И, ребят, первый дом многоэтажечка. Все, все, я не свинья, Ариша не свинья. Ура, мы не свиньи. Ключик зеленый. О, я пистолет. Все, свинья, берегись. Так, сюда вот зеленый. Зеленый вот сюда. Кто схватил зеленый? Сюда. Все, у меня есть пистолет, я буду всех прикрывать. Что, тут уже что-то схватили? Тут выход есть. Вот, смотри, а что-то он закрыт. О, брак. А, нет, здесь стекло просто. Это ладно. Оранжевая дверь. О, вижу еще патроны, отлично. Папа, тут один патрон, да? Бедная свинья, ей не повезло. Пигги хасмокан. Есть! Подстрелил Пигги! Би-би-би-би-би-би-би! Давай, погнали, Аришка, тут надо многоэтажку пройти. Так, вскрывайте, пожалуйста, давайте, ключ, о, ключ! Скорее, ломайте ключом, что, у кого ключ? Ё-моё! Что происходит? Здесь лазеры, надо два ключа, ключ там, ключ тут, желтый. Что? Как? Где? Как пройти? Кто делал карту? Что ты натворил? Зачем ты это сделала? Эта девочка делала. Зачем ты сделала так? Ага. Боишься, свинья? Боишься? Бойся. А, она не может сюда запрыгнуть. Ребята, баг. Баг в карте. Свинья истерит просто. Она там прыгает. Я, говорит, хочу зайти, но не могу. Мы толпимся тут. У кого ключик или оранжевый ключ? У кого? У тебя? Нет. Так, вот сюда можно пройти. А, и спуститься вниз, да? Вот здесь где-то. Нет, свинья! Я хороший! Стоп, как пройти, я не пойму. Как ты же. Разработчица как-то делала это же, нет? Не подходи ко мне, у меня пистолет, я тебя застрелю. Смотрите, меня испугала свинья, ребят. Я очень страшный, папа дочки. Я очень страшный. Тыщ! Есть! Пострелил! Короче. А, что? Где? Где? На первом этаже? На втором? Ключ хватай! На втором! Быстро, ребята, бежим! На втором! Есть! Где, Аришка? Все, бери ключ. Меня лазеры! Лазеры тебя грохнули? Да. Ребят, в общем, ключ сейчас появится, и можно будет... где-то он рестница, и можно будет открыть все остальное. Давайте... О, еще патроны! Ничего себе, разработчица, да. Короче, сюда столько патронов положила, что я могу эту Пигги обстреливать просто изо всех сил. Круто, да? Да. В смысле? Ты вот стоишь. С тобой все в порядке? А, да? Я живу? Ты жив... Ариша такая... А, меня убили! Лазеры! И стоит... Меня лазеры... Я... Вот, меня нету. В смысле? А ты побегай. Вот, пап, смотри. А, ты вот бегаешь? Ты смотри тогда у меня, ты невидимка. А ну-ка иди к Пигги, она может тебя не может убить, может ты бессмертная, может ты баг ходячий. Блин, я не знаю, мне как-то страшно, рисково. Не рискуй тогда, ладно. Давайте проходить, что тут, молоток, ключи, ой. Все, меня нет. У тебя убили? О, все, теперь по-настоящему Аришу убили. Так, ну что, давай, открывай. Молоток и динамит, хватайте, девчонки. Я знаю, это создатель карты Пигги. А, сама создатель карты, тут, да. Короче, ё-моё, у меня столько этих патронов, что я могу просто расстреливать эту Пигги со всех сил. Короче, вот динамит, ключ, никто не берет ключ, никто не берет динамит, здесь еще один ключ. Расстреляй Пигги просто раз-два. А зачем? Зачем? Нам надо исключительно прорваться. А знаете, фишка в чем? Белый ключ очень важен. Где выход? Пошлите, девчонки, вниз. Сейчас я Пигги нашпыляю. Эй, Пигги. Ага, стоять, девчонки, бегите. Бегите. Так. Эй, я мазила. Есть? Я не мазила. Ломайте у кого? Давай, ломай. Ломай все двери, ломай. Огнетушитель, давайте. Потом динамит. Бежим, пока она не очухалась. Свинья, не очухивайся. Фу. Короче, там, девчонки, два динамита берите. Два динамита, я вас буду прикрывать. Бери пистолет, а то вдруг случайно стрельнешь. Я же не ты.
Ребят, у нас была такая ситуация. Ариша шериф в Murder Mystery достает пистолет и тут же в папу. Бш! А папа, папа мирный житель, она меня застрелила. Все, девчонки, пошли. Может быть, ты тоже будешь. Давайте посмотрим, может, девчонки пройдут. Давай, 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 девчонки, проходите. Давайте, я за вас болею, заболею я. Я сильно заболею за вас, давайте. Туши, туши, взрывай. Блин, блин, убили. Давай, Диляра, давай, беги, беги, беги. Спасите. Она одна, ребята, она одна осталась. Диляра, тебе нужно схватить пистолет. Так, она берет следующий динамит, она сейчас прорвется мимо свиньи, ребята, битва. Диляра против свиньи. Диляра, Диляра, давайте, Диляра, смотрите. Диляра. О, обманула, она обманула, обманула, обманула. Смотрите, кстати, свинья это разработчик игры. Вот, дыш, динамит, шандарахнул. Молодец, давай, давай, давай. Мы за тебя все болеем, все за тебя ставят лайк. Есть, свинью шибануло, отлично. У-ху, вот это было, вот это битва, ребят. Да, круто. Давай, давай, тебе что нужен, белый ключ, наверное, там или что? Наверху лежал белый ключ. Так, 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 что там, посмотрим, ребят. Да, вот, молоток и белый ключ. Так, 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 так. Есть! Да, да, да. Вот эти патроны остались. Остались в пистолете, когда их насобирал. Она взяла пистолет и шмонает просто в свинку. Молоточек, отлично. И потом ей надо будет белый ключ, я надеюсь, она убежит. Если она убежит, то игроки победили. Так, он Пигги сама в своем капкане торчит. Так, 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 она сзади. Берегись, берегись, свиньи. Берегись, свиньи. Все, белый ключ и все, она пройдет. Она в капкане! Нет! 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 О-о-о, нифига себе! Вот это была фишка! Да. Слушайте, может она читер? Она взяла с собой пистолет. Она сейчас шманет. Смотрите, она хитрая, она сейчас застрелит свинью. Ты знаешь, как перенеси ключ поближе сначала? Как ключ поближе перенеси, да, вот вместо чего-нибудь. Да-да-да-да. Вот вместо, например, молоток положи там пистолет. Смотри, иди к пистолетику, да. Да-да-да. Вот. Вот сюда вместо молотка пистолет. А, ну, вот сюда ключ. Да-да-да. Теперь бери пистолет, стреляй в свинью. У тебя будет 20 секунд, чтобы... Да. Единственный, ребят, минус. Если в пистолете уже нет патронов. Так, ну что, свинья там в страхе убежала, да? Нет, вот она, свинья. Выстрел! Удар дубиной, и девочки нет. Мы проиграли. Разработчик карты победила! Жалко. Ребята, у нас теперь мини-лабиринт. От убийцы шоколадок Milky Way. Джордж! Фух. Нужно найти яблоко. Яблоко Джорджу дать, ребята. Чтобы... Что тут? Морковка! Ключики! А тут? Зачем морковка? Куча ключей, я не знаю, я возьму какой-нибудь один на всякий случай. Я тебе морковку держи. Зеленый ключ. А чё никто не взял зеленый ключ? Вы вообще проходить собираетесь? Ребятки, девчонки, что такое? Бегают просто так. Все, я вскрыл первый. Красный ключ. У кого красный ключ? Би-би-би-ля-ля-ля. Джорджу дали морковку? Это не морковка, не знаю. А что ему? Яблоко, но я это... Я в капкане? Нет, нет, вот эта белая штука меня сейчас грохнет. Быстрее, быстрее по подушке. Мотай, 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 это страшно. Страшно, 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 папе очень страшно. Так, 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 вот туда уже... Папа, представляешь, я чуть с бладерами бабахнула. Ты чего, аккуратнее, Ариша. Так. Папа, я взяла огнетушитель. Отлично, так, что-то тут Таня в угол себя поставила и стоит. Она, наверное, сама себя наказала. Что? Так, 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 тут целый... Тут осторожно, осторожно... Полицейский грохнул. Папа, дочки, я смотрю за Аришкой, ребят. Давайте смотрим за Аришкой. Папа, ты нарушил правила. Правила дорожного движения, и папу грохнули. Ариша стала свиньей. Поздравляю, ты свинья. Давайте. Давай. Ариша, ты свинья. Давайте проходить, девчонки. Давайте, взламываем. Джордж, привет. Лучше не стрелять и не давать яблочко Джорджу, а то я вам отомщу. Пап, если что, следи. Нет. Но он не ест морковку. Он не ест морковку. Текс, 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 текс. Что тут происходит? Так. Куда идти? Что делать? Так. Скоро. Кто что? Все, Ариша вышла на охоту. Красный ключ, по-моему, уже был. Зеленый ключ, наверное, тоже был.
Да, наверное, был. Ну, ладно, я буду с морковкой бегать. Если есть, захочу, сразу съем. Тынкс, бежим вниз. Я стою там, где Джордж, если что. Отлично. О, 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 я гаечный ключ беру, все. Тут еще голубенький ключ. Так, пошлите, там девчонки уже, смотрите, вовсю... Привет, привет, Аришуль. Привет. Вовсю там уже шарятся, бегают, что-то... Паркурчик, ребятки, смотрите, о, ничего себе. Паркурчики, башня ада тут прям целая. Ты дышь, дерево прям. Уху! А! Грохнулся папа дочки, ду-ду. Папа, иду. Дышь! Да что такое? Это какой-то не такой паркур. О, так. Юху! Юху! Есть! А чё мы все сюда забрались? Просто постоять? У нас тусовка. Оу, там динамит. Это все ради динамита? Чтобы взять динамит, нужно... А, досточку! Папа, папа! Папа, балбес! А, нет, я не держал доску. У кого доска? Кто за доской у нас? Кто пойдет за доской? Кто самый? Смотрите, Мика ВВВ. Давай, Мика, мы за тебя болеем. А, уже несет. Таня уже несет доску. Давай, Танюха. Таня, Таня, иди сюда. Вон, Таня. Вот она с доской. Смотрите, крадется. Тык-тык-тык. Она очень опасается попасть ногой в кислоту. И она попала ногой в кислоту. Вот, динамит сорвал. Все, надо молоток и белый ключ. Молоток и белый ключ. Аришка, ты там, это, девчонок, не бей, ладно. Молоток есть, белый ключ остался. Все, все. Вот белый ключ. Белый ключ, куда ты прошла? Все, все, все сбегают, все сбегают. Отлично. И я сбегаю. А, кто-то об тебя самоубился прям. Да, самоубийство. Да, Милки Вей, пока-пока. И я сбегаю. Давай, Ариша, всем пока. Ой, я улетела. Ариша в пропасть упала, ребята. Ребята, и у нас просто огромнейший дом. Просто гигантский. Пап, смотри, тут написано 2-1. Огромные цифры. 221. И вначале мы всегда играем по-честному. Хорошо, что не 666. Свинья нас ловит. Здесь столько всего. Ключик я взял... Голубенький ключик, если что, ребятки, девчонки, у меня голубенький ключ. Это в темноте. Так, выходи сюда. Так, тут уже вон лазят. Вот красный ключ здесь, вот, ребятки, вот здесь красный ключик, хватайте, если что. Там спрятала она. Так, главное сейчас не нарваться на свинью, это будет фиаско вообще. Так, все, Ариша уже, я понял. Свинья, ты Зизи. Зизи, понятно, Зю-Зю. Зизи. Есть пистолет. А! А я тебя буду бегать. Я знаю, кто это. Кто? Кто? Это создатель карты. Да, ну ладно. Да, Зю-Зю. Все, она грохнулась. Так, 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 и я тут ухожу. Не, уходить-то некуда. Тупик. Оп, оп, оп. А, она тут забраться не может. Смотрите, у нее мина. Телепорт. Она не может забраться. Все, ребят, девчонки, я отвлекаю ее, проходите карту срочно. Что? Я ухожу, ухожу, все, все, я пошутил, я ее не отвлекаю, она за мной гонится. Девчонки, давайте открывайте двери, что там, что там, куда, куда бежать, огромный дом, просто я вообще без понятия, что тут делать, я вот тут здесь сейчас пролезу, все, всем пока. Пап, спрячься, как я спряталась. Не-не-не, все нормально тут? Все, все. Все плохо тут. Все, все плохо, Ариша говорит, все плохо. Так, ну короче, идем сюда. Здесь вот меня поймала Зизи. Да ты чё? Там лава. А здесь какой ключ-то надо? Может этот? Не видно, ребят, какой замок? Пап, там желтый замок. Ты уверена? Да. Я не вижу, ребят. Я видела. Ты видела? Там точно желтый замок. А здесь, смотрите. А, я знаю, как пройти. Вот, смотрите, да. Молодец. Короче, там в конце ключики два. Одним откроешь дверь, а второй нам нужен. Давай, давай, скачи по паркуру. Да, Динс. Давай, только выживи, пожалуйста, выживи, выживи. Это кто прыгает? Выживи, выживи. Виляра. Давай, давай, это сначала. Это... Ай-яй-яй-яй-яй, я отвлекаю свинью красноглазую. Так, ты меня не поймаешь, ты меня не догонишь, ты меня не догонишь. Я папа дочки, я быстрый, я самый быстрый, я самый быстрый, я супер крутой. Куда ты пошла? Иди за мной, иди за мной. Ты там жив... Не, обратно не паркурь, обратно... Нет, нет, это нечестно. Через кислоту ловить это нечестно. Да. Тебе надо было взять ключик и открыть дверь. Ё-моё. Что ж, ну Зизи попала в ловушку. Она выйти не может.
ребятки, она не может выйти. Папа, проходи-ка. Да, она она сама себя посадила в ловушку. Она в тюрьме. Ха-ха-ха-ха-ха. Свинья в тюрьме, там и сиди. Все, девчонки, у нас свобода полная. Проходим, давайте смотреть, что можно сделать. Космос! Ребят, мы сегодня прошли 3 новых карты. Напишите в комментариях, какая вам понравилась больше всего, а я поставлю сердечко на ваш комментарий. Вы сегодня были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были Папа и я, дочка Аришка. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока!